Вообще вирус Зика известен с 1947 года, и насколько я знаю, что раньше он не вызывал никаких изменений у детей в утробе матери. И более того, сейчас там, где есть обнаружен вот этот вирус, там тоже не наблюдается аномальных развитий. Поэтому, конечно, сам вирус мог быть модифицирован и направлен на то, чтобы действительно влиять на рождаемость. Но это может быть связано, конечно, не с вирусом, то, о чем написали в своей статье бразильцы, что действительно это могли быть и химикаты. Например, они приводят данные о пирипроксифене, который используют как раз для борьбы с комарами. И этот препарат, он затормаживает развитие комаров. И они считают, если вот он попадает в воду, то он мог вызвать такое аномальное развитие плода у человека. И здесь они приводят пример с талидомидом, который вызвал огромное количество уродств у рожденных детей, и применяли его даже беременные женщины для того, чтобы более быстрее уснуть, то есть как снотворное средство. И здесь, конечно, то, что химикаты могут влиять на развитие плода, это несомненно. И поэтому был ли этот вирус Зика, или это химикаты, которые попали в воду, или это, например, те же самые генетически модифицированные, вот сейчас есть даже информация о генетически модифицированных комарах, которые тоже могли оказать какое-то влияние. Это могут быть и генетически модифицированные растения, используемые в пищу, как какая-нибудь новая линия. Но здесь я даже могла бы потом, после вашего вопроса, рассказать о том, какие мы исследования проводили в этом направлении. Мы в свое время проверяли генетически модифицированную сою, это линия 43.2, устойчивую к раундапу, и у нас было недоразвитие потомства, около 40% крысят были недоразвитыми абсолютно, и все выжившие крысята, да, была еще очень высокая смертность среди потомства, и все выжившие были бесплодными. Это после того, как мы добавили в корм немножко генетически модифицированную сою. Причем эту сою очень широко используют в мире, в молочных, колбасных изделиях, хлебобулочных и так далее. Но просто на человеке сразу это не видно. Почему? Потому что должен быть некий период. А в эксперименте это видно очень быстро, что происходит не только со взрослыми животными, но и с потомством. И не только трансгенная соя, но и трансгенная кукуруза, трансгенные овощи, фрукты могут приводить к такому же эффекту. И вот здесь идет такая очень мощная борьба между транснациональными компаниями, которые продуцируют генетически модифицированные организмы, и учеными во всем мире. Поэтому то, что произошло в Бразилии или в других странах, в странах Латинской Америки, то это могло быть связано, конечно, с разными причинами. Это мог быть модифицированный вирус Зика, это могли быть химикаты, это могли быть генетически модифицированные растения, которые используются в качестве продуктов, и которые привели вот к такому аномальному развитию плода. И здесь я хотела бы, наверное, вернуться на 40 лет назад, когда в Соединенных Штатах Америки был принят меморандум 200, согласно которому необходимо сокращать население. И первыми такими странами были 13 стран, это развивающиеся страны, но с богатыми ресурсами природными. Туда вошла и Бразилия, и Аргентина, и Турция, и Индия, и Россия. И именно вот в эти страны стали запускать различные и химикаты, и продукты, которые могли приводить и к высокой смертности, и к тому, чтобы женщины не рожали. Например, Бразилия, она вообще была самой такой,
может быть, первой моделью этого меморандума 200, потому что именно в 1976 году там было зафиксировано огромное количество женщин, которые были стерилизованы насильственно. И, понимаете, этот процесс идет очень давно. Процесс по сокращению населения на нашей планете. Это несмотря на то, что когда посмотреть, что происходит с населением в разных странах, оказывается, что смертность во многих странах уже давно превышает рождаемость, и население не растет, оно сокращается. Но вот те, кто запустил вот этот проект сокращения населения, они на это не обращают внимания. Или наоборот, это может быть дать им еще больше силы, чтобы в большей степени воздействовать на население разных стран, фактически очищая территорию. И я думаю, что вот то, что сейчас произошло с вирусом Зика, это одно из действительно биологических, новое биологическое оружие, которое направлено на то, чтобы женщины вообще не рожали. Но это привело к тому, что женщины рожают, но просто дети больные. Меморандум 200 вообще очень хорошо об этом меморандуме было написано в книге Уильяма Энгделя «Семена разрушения. Тайна под оплекой генетических манипуляций». Но, в принципе, если вы наберете в интернете меморандум 200, вся информация там есть. Это меморандум направлен на сокращение населения на нашей планете. И дальше уже идет разработка разных способов, как это сделать, начиная от стерилизации женщин и кончая вот различными химикатами, продуктами питания. Те же самые генетически модифицированные организмы, когда вот мы их проверили на крысах, крысы относятся к классу млекопитающих, так же, как и человек, то просто в шок пришли, потому что очень высокая смертность новорожденных крысят, опять-таки недоразвитие и бесплодие. Если подкармливали, это мы в корм самок немножко добавили вот эту трансгенную сою. Если, например, добавлять в корм не только самкам, но и самцам, то только где-то порядка 15% самок смогли родить, а 85% родить не смогли. И, понимаете, это, да, это оружие, направленное против человечества. Но объясняют они это тем, что слишком много людей на планете. И несмотря на то, что очень многие организации общественные, научные говорили о том, что можно найти совершенно там другой способ, гуманный способ. И вот один, вы знаете, что в Китае просто запретили рожать там второго ребенка. И более того, ведь многие женщины даже не очень-то хотят рожать, да? И тем не менее продолжается вот эта вот травля, я бы сказала, на генетическом уровне, на химическом, биологическом. То есть идет просто людей травят, и некоторые страны просто являются как бы даже подопытными. У них они смотрят, что у них там происходит, и после этого используют те же самые средства в других странах. Я думаю, что очень много искусственно созданных вирусов. И опять-таки, когда, например, говорят, что начинает гибнуть скот, да, и мы предлагаем, а вы поменяйте им корм, и, может быть, они перестанут погибать. То есть вот сейчас как бы немножко в другую сторону пошло человечество, не в сторону создания, может быть, даже модифицированных вирусов, а в сторону вот биокормов, куда входят трансгенные организмы. Я сейчас вот приведу пример, что происходит в Германии. Но часто они сваливают это на наличие какого-то вируса, который на самом деле потом никто найти не может. Но нужно как-то объяснить, почему вдруг ни с того ни с сего начинает погибать животных. И легче это свалить на какой-то вирус, непонятно, да, чем на самом деле объяснить истинную причину. То, что, например, были использованы какие-то химикаты или были использованы вот измененные растения, которые вошли в корм тех же самых животных. Например, вот в Германии, я недавно там была, я была просто шокирована тем, что очень многие фермы были закрыты. Закрыты из-за того, что стали погибать телята и взрослые животные. И это было связано с тем, что пошли новые биокорма, американские биокорма, которые, наверное, конечно, я думаю,
точно содержали генетически модифицированные растения. Дело в том, что в той же самой Германии еще несколько лет тому назад была такая нашумевшая история фермера Готфрида Локнера. Он выращивал трансгенную кукурузу и был очень доволен урожаем. А после этого он завел стадо коров и стал как бы скармливать этим коровам эту кукурузу. И у него сначала миролитилят, а потом фактически он потерял все свое стадо, 70 голов. Он подал в суд, это была компания Сингента, которая ему продала семена, и даже выиграл этот суд. Но вот почему-то немецких фермеров это как-то не обеспокоило, не обеспокоило это правительство Германии. И когда уже пошли вот эти американские корма, и у фермеров стали погибать животные, то очень многие фермеры даже не понимали, что реально происходит. Тоже думали какие-то вирусы или там еще что-либо. Ну, а в результате позакрывали практически очень много ферм в Германии. И теперь вот производство молока уже опять-таки этот рынок достался транснациональным компаниям. Это еще и некий способ захватить рынок. Ну, а уж какое они там молоко выпускают, ну, какое угодно. То есть там, например, однажды стали проверять творог, и выяснилось, что там нет молока. Вот там соевая мука, пальмовое масло и всякие усилить там добавки. И поэтому, понимаете, ситуация действительно очень сложная. И Германия, она вот находится под таким сильным и мощным давлением Соединенных Штатов Америки, и поэтому выполняет все, что, как говорится, не приписано. А это вот привело вот к такому результату. У меня, например, даже есть письмо от одного фермера, который просто вот крик души о том, что происходит сейчас в Германии. Но это же не только в Германии. Такая ситуация во Франции, такая ситуация в других европейских странах. Сейчас есть вот информация о том, что ни с того ни с сего стали гибнуть коровы и у нас в России. А что касается вот вообще, как влияют и продукты питания, и химикаты на деторождение, то у нас же в больницах очень много женщин с замерзшей беременностью. А более того, центры по экстракорпоральному оплодотворению, в них очереди. То есть уже молодые люди не могут сами зачать ребенка. Значит, это говорит о том, что что-то, конечно, было использовано. Я думаю, это опять-таки продукты питания, это напитки, это, возможно, лекарства. Что привело тут к такому результату. Да. Да, вот мы даже... Есть такой прогноз, что, ну, поскольку страдают дети тех родителей, которые ели ГМО, да, и есть прогноз, что если вот данные эксперименты перенести на человечество, то уже через 20-30 лет сокращение человечества будет почти на 80% из-за бесплодия. Ну, дети, да, дети даже не больны, они просто они не могут родить. И я говорю, поэтому вот в центрах по корпоративному оплодотворению даже у нас в России уже очереди. На это обязательно нужно обратить внимание. И то, что сейчас у нас вот к санкции, это, кстати, очень хорошо для России, поскольку в основном трансгенные организмы шли из других стран. Но в России необходим контроль за семенами, потому что семена мы тоже получаем из-за рубежа. Ну, у нас в России вот, официально разрешены 17 линий. Это таких культур, как кукуруза, соя, картофель, рис и свекла. Хотя все вот эти культуры, все эти линии этих ГМ-растений, ну, я имею в виду, что там 8 линий кукурузы, там 3 линии сои, 3 линии картофеля, там 1 линия риса, 1 линия свекла, и получается 17 линий. А все вот эти вот линии, они запрещены были в Европе. Но, тем не менее, Европа тоже успела как бы поесть этих трансгенных организмов, продуктов. И более того, что, несмотря на то, что у них запрещено, часто они даже не могут действительно их выявить, поскольку появляются новые линии с новыми генами. И мы, например, сейчас пытаемся разработать прибор, основанный на анализе физико-химических свойств генетически модифицированных растений.
Ну, очень хотелось бы, чтобы все-таки правительство нашей страны, оно как бы озаботилось этой проблемой, и это не должны создавать такой прибор, там, люди, которые сейчас уже на пенсии, у которых нет лабораторий. Этим должны заниматься крупные центры научные в России. А у нас вот сейчас выходит прибор, который сделали алтайские ребята, и они были просто удивлены, что до сих пор в России нет вот этих приборов по определению ГМО, я имею в виду для персонального использования. У нас, конечно, есть лаборатории, в которых можно определить, является ли продукт генетически модифицированным или содержит продукт ГМО. Ну, анализ достаточно дорогой, он стоит 4,5 тысячи рублей, и, конечно, многим не по карману. И поэтому была идея выпустить серию таких персональных приборов, чтобы люди сами могли определять продукты. Ну, сейчас, понимаете, поскольку сейчас идет импортозамещение, может быть, наше правительство надеется, что через некоторое время вообще не будет ГМО у нас в стране, только тогда можно будет выпустить эти приборы. А сейчас, возможно, они просто элементарно боятся, что действительно продуктов таких окажется очень много. Хотя по той статистике, которая вот у меня была, около 80% трансгенных организмов продуктов питания было где-то в конце 90-х годов. Потом, поскольку началась такая активная борьба против использования их в питании, процент снизился до 6, а потом даже до 0,6%. Но опять-таки, как проверять? По ГОСТу у нас положено там проверять одну пару регуляторных генов, а таких пар, ну, 5 или 6 пар. Поэтому, если, например, нам прислали линии с другой парой регуляторных генов, то мы можем не определить. И почему вот мы пытались создать прибор, основанный на физико-химических свойствах. Но, к сожалению, вот все мои призывы помочь нам там и с финансированием, там, и с лабораторией ничем не закончились. То есть очень мало людей, которые нас поддержали, и в результате работа очень сильно затянулась из-за этого. И когда я сейчас спрашиваю, а есть ли у нас, например, в продуктах ГМО или происходит ли генетическое загрязнение, то мы ничего сказать не можем, поскольку действительно у нас нет необходимой аппаратуры для этого. Для этого, да, нужно идти в лабораторию и проверять, платить большие деньги. Я просто что хотела сказать, что вот причины того, что произошло в странах Латинской Америки, могут быть как вот эти генетически модифицированные организмы, которые входят в питание, как химикаты, которые очень активно используются в этих странах, не только для борьбы там, с комарами, но и для посевов. И все это попадает в воду. Ну, например, те же самые ГМО, они устойчивы к раундапу. Основной компонент – глифосат. Это гербицид, который приводит и к онкологии, и к генетическим эмбриональным аномалиям. Это тоже давно было показано. И то, что вот основной компонент раундапа, глифосат, он может вызвать нарушение развития эмбриона. А сейчас в странах Латинской Америки там тоже закрывались фермерские хозяйства, и все вот эти площади засаживались трансгенными растениями, которые устойчивы к этим гербицидам, то есть к этим химикатам. Устойчивость означает, что они не погибают от них. Их используют для борьбы с сорняками. Но все эти химикаты, естественно, попадают в почву, попадают в воду. И более того, растения, которые выращены с использованием таких химикатов, они тоже их содержат, следы этих химических веществ. И поэтому то, что произошло в Бразилии или там в других странах, может быть просто результатом вот такого обильного использования и химических веществ. Независимо от того, использовали эти химические вещества там, против комаров или для того, чтобы убрать сорняки или еще для чего-либо. Но химикаты... Они, конечно, плохо проверены, и поэтому как они подействуют, никто толком не знает. И у нас, к сожалению, нет такого жесткого контроля, нет наказания, если они используют очень много вредных химических веществ или они используют трансгенные семена. Закон о запрете ГМО до сих пор не принят, несмотря на то, что
Он уже был одобрен, законопроект был одобрен правительством, он уже прошел первое чтение в Госдуме. Но, тем не менее, будет еще второе чтение, нужно, чтобы было еще третье чтение. И закон до сих пор не принят. И вот здесь, конечно, если правительство не обеспокоится здоровьем населения и нашим будущим поколением, то вы сами понимаете, к чему это может привести. Иногда мне женщины спрашивают, вот многие женщины не могут родить ребенка, вот замерзшая беременность, там, выкидыши. И я говорю, что нам делать? Я говорю, я вам рекомендую пожить какое-то время в деревне, питаться только деревенскими продуктами, которые они выращивают уже много лет сами, а не те, которые там иногда бывает посевной материал покупают в магазин. Вот. И хотя бы несколько месяцев, тогда и все будет нормально. Те, кто это сделал, вот решил, что да, я хочу ребенка, я лучше буду жить в деревне, у всех на самом деле результат сейчас очень хороший.